Мы готовились к этой игре серьезно. Да, мы ко всем играм готовимся серьезно, потому что у нас турнирная таблица не очень радует. Но я хочу поблагодарить ребят за их самоотдачу, характер они проявили. Мы знали, что Насав будет доминировать, играя дома. Мы готовились к этой игре, не давали им сделать контратаки. Но я результатом доволен, каждое очко на вес золота. Хочу поблагодарить болельщиков, которые приехали с Наваи нас поддержать. Насавские игроки оправдают ваше доверие? Вы приняли? Как? Игроки ваши, Мурат Ибрахматов. Ну да, они в составе играют, Кинджабаев, они в составе играют, значит оправдывают. У них есть школа, фундамент, конечно. Чем причина в этом году уже слабо играет команда Кизилкур? Ну, причин много очень. Мы будем бороться до... Да, при чем тут деньги? Да нет. Слабых сейчас команд высшей лиги почти не осталось. Да. Видите, внизу, в нижней турнирной таблице идет борьба, в верхней турнир идет борьба. Из-за этого мы сейчас в таком положении, мы на каждую игру как на последнюю, как последняя битва. Из-за этого, я думаю, чемпионат, особенно концовка, будет очень веселая. Мы тоже будем до конца бороться, чтобы команда не вылетела за нами, потому что народ стоит, который переживает, болеет за нас, новоинский народ. И мы должны оправдать эти надежды, их недоверие. Желаем успеха. Рахмат.